Че ты, на? Ему вообще срать. Да ну как так-то? Отстало. Ладно, Джеронимо! Я добрался. Так, короче. Ты включаешь что-то внутри, я включаю, видимо, на самой вышке. Окей. Так, что-то внутри, я так понимаю, вот там, да? Да. А я лезу на вышку пока, я чую, нам на вышку надо. Попой своей чую. Так, вопрос только, что здесь? Блин, кстати, знаешь, вот обидно, что в этой игре нельзя играть за негров. Кстати, писалось, что здесь будет 4 героя. Ну, 4. Разве? За которых можно играть? Ну да, то есть еще двое подключатся и... Нет, ну, было бы прикольно, если было как именно персонажа, то есть, ну, отдельных. А. Угу. На выбор. Да. Там, например, как в том же Dead Island. Негр какой-нибудь. А, это лестница. Окей. Так. Я чуть молоток не выбросил, правда. Ты там что делаешь снизу? Да тут их слишком, во-первых, много. Так ты просто активируй, да и все, что ты. Я бы с удовольствием, но. Чтобы я тут зомби нашел, чувак. Надо. Я нашел тут зомби. Надо туда как-то пробраться, но. Чтобы туда пробраться, надо что-то сделать. А чтобы что-то сделать, надо допереть сначала, что нужно сделать. Ты пока допирай, я тут лезу на башню. Угу. Просто тут показано, что это находится где-то внутри. Блин, а я тебе скажу, отсюда красивый вид. Короче, я на самую верхушку залез. Здесь меня ждет подарочный блок сигарет. А я громилу хлопнул только что. Поздравь меня. Чувак. Хочешь, я тебя поздравлю? Смотри, что-то... где-то сейчас ты что-то... Стой на центре рядом где-нибудь там. Ну, встань к зданиям, не знаю. Вот стой там, все, стой там. Лови! Да, подожди. Кого ловить-то? Меня кусают. К тебе упал большая такой баул взрывчатки. Не знаю, меня только что упустили. И в этот момент... Да твою ж налево-то, а сколько вас тут? Вы меня уже... Короче, я не вижу, куда здесь можно безопасно упасть. И давай уже включай что-нибудь серьезно. Потому что мне здесь не очень нравится сидеть. Да. Здесь флаг, кстати, есть. Я за него 500 получил. Опять что ли? Был уже флаг. Ну, еще флаг. А то, что фигурки зомби мы уже штук 7 подобрали, не? Давай. Баллон. Может, этот баллон мне и нужен был? Потому что здесь есть проходик. Слушай, в какую сторону мне спрыгнуть можно безопасно? Ни в какую. Мы же с тобой пробовали прыгнуть. Помнишь, не получилось? Ну да. Во, я увидел баллон. Ура. Так, сейчас я попробую эту махинацию. И я очень надеюсь, что она получится. Я понял, как можно спуститься, но у меня почему-то такое ощущение, что... Там трос должен быть. Да, тут их 3 даже. Или даже 4 троса. Но мне нужно, походу, на самый верх вот здесь. Блин, подобно... Ну чё, чувак, давай. А, ну понятно, ожидание других игроков. А, то есть мне без... Джеронимо! Ты по какому тросу ты идёл? Ехал. Так. Блеванет же! Как знал. Фу.
I'm shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Че тебе будет больно, тварь? Все, я его убил. Это не такой уж крутой был, кстати. Я в него две сюрикены засунул. Спаси меня, пожалуйста, сзади. Да пошли вы, твари! Да чтоб тебя! Не! О, можно взломать. Можно сломать, скорее не взломать. Слушай, блин. О, нашел. Блин, какая-то тут вообще это самое. Нехватка металлических деталей, чтобы чиниться. Это да, есть такое дело. Слушай, прям в одну прям просто только вошел на взлом и тут же повернул на правильный этот. Журнал боевых действий. Да, уже взял. Нам все равно сейчас придется походу наверх, да? The power's fucking on! Good. Now head up to the top. Че? Теперь подними наверх. Поднимись наверх. Блин. Да, вот и я про то. Я только что был сверху. Ну ладно, хоть мы уже знаем, как, что, куда и где. Ну я-то знаю, ты еще нет. А как нет? Мы же поднимались сюда, ты че? Сюда еще нет. Это другая вышка. Думаешь? Да, не. Я кажется... знаю, что это другая вышка. Я здесь поднимался, я тут помню. Да не. Поверь мне на слово, это другая вышка. Ну, похоже же, все равно. Нет, она вообще ни хрена не похожа. Здесь совсем по-другому подниматься. Главное не падать. Ты нашел меня, бро, да? Да. Я вроде слышу, кто-то где-то приземлился. Вдруг перед тобой, да? Телепорт. Еще в такой жопе чуть не оказался, ты бы просто писец, в общем. Так, а куда дальше? Прыгать там надо. Вот ты говоришь, такая же. Не... Ты сейчас понял, что она далеко не такая же, да? Ну, я как бы понял, но куда прыгать-то? А, во. А! В общем, ты догадался, я так понял. Я догадался, но я упал. О, щит, Карим! Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Трос на восток. А, в ту сторону. Что-то я не вижу поблизости. А, все, вижу поблизости вышку. Вот как раз мы, по-моему, на ту лезли. Ну, ты будешь залезать наверх? Да, да, да. Я, короче, это промотаю потом. Или впрежу. Окей. Давай, лезь, чувак, лезь. Так, чё, куда дальше-то? Наверх. Лестница. Ну... Лестница. Вон трос, лестница. Ну, вон большая штука вверх идет. Да, вот ты светишь. А, вот она есть? Да, да, да. Пробел. Ну. Потом разворачиваешься и прыгаешь назад. Развернись. Вот лестница, да, еще одна. Вот она. Ну, опять разворачивайся и прыгай. Яху! Вот, а теперь лезь еще выше. Ну, если ты хочешь 500 опыта и флаг. Да. Ты ж по-любому хочешь это. Естественно. Так, я так понимаю, мне вообще на самом деле, да? Да.
задница. Собственно, я-то здесь уже был, здесь все обыскал. Уи! Такой звук. Уи! Ладно, я по тросу спускаюсь, да? А, да. В какую сторону? Вот видишь, где я сейчас стою, вот под этому тросу. А где ты сейчас стоишь? Угу. Да прыгай вниз просто. Я тебя словлю. Смотри, чувак, чувак, прыгай на меня, прыгай на меня, прыгай на меня, на меня, на меня. Я тебя ловлю, чувак, вот я. А как я? А? Да-да-да, прыгай, прыгай. Сейчас раз мимо вышки, да? Па-да-дам! Кстати, вот в траве что-то FPS прям хорош проседает. Нет, у меня, слава богу, уже все нормализировалось. Ну так ты уменьшил там в разы. Hey, Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably, die horribly. А зачем мы идем на это здание? It's Jade speaking to all the runners. Wrap things up, guys. The sun's going down, so you better be on your way to the tower. Один хп? Да. Аналогично. Ладно, давай захватим. О-о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 -
Ну ё-моё, сейчас кто орёт? Так кто тут только не орёт, собственно говоря? Слушай, я думаю, у нас есть небольшая проблема. Небольшая? Да, такая жирная небольшая проблема. Что-то мне подсказывает, что проблема... Проблема в том, что я, наверное, полечу всё-таки. А я не успел. Бегу, 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 бегу. Надеюсь, успею. О, о. Успел поднять, да? Угу. Спаси, пожалуйста. Там ничего не рванет? Так, ну, теперь, значит, этого надо как-то, да, вынести. Ну, сюда к нам уже никто не пройдет. Да начнется ПВП. Так, что делать? И свет я, в принципе, тоже включил. И этого придурка я тоже, в принципе, порезал. Теперь нам нужно как-то вот с ним разбираться. На, по башке. О, я знаю, как я буду это делать. На! У меня тоже бита есть, слышь. Слушай, я его убил. Мы с тобой одновременно ударили. Бита моя. Ты для... щелк. Ну а каждому бита, по-моему, дается, да? Ну что, давай поспим. Не знаю, дали мне, не дали. Давай поспим, я не хочу как-то бегать ночью за... Сам знаешь кем. По вышкам там. Все дела. Вообще нет желания просто. Поспать до ночи? Все вроде, да? Так, все хорошо, но как отсюда выйти теперь? Как через крышу, видимо. Так, все, у меня... сегодня все, походу. Все, закончилась запись? Угу. Больше нету? Как раз, да, у меня там копейки остались. Опять до 50 гигов выкачал. Я думаю, да что мы с тобой на сколько записывали? Ну, прилично там. На полтора часа мы с тобой на записывали. Ну да. А, потом так, выполнили что... дальше задание. Ах ты какаха. Я бы на этом месте так-то бы закончил. Вот как раз на этой зоне.
Я потому что думаю, на самом деле, что нам иначе придется задание сначала выполнять, тебе так не кажется? А, доставить часы? Она много? В смысле? Идти. Идти немного, наверное. Сейчас посмотрю. Во, смотри, мы с тобой оба зашли в карту, и тишина. 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 Легенда. Что такое легенда? А, понятно. Легенда. Басня гласит. Так, а кстати, у меня не отмечается что-то. Хера. Фига нам надо идти, извини меня. Ну так-то немного. Ну ладно, давай. Быстренько тогда это самое. Добежим. А, быстренько. Так, вопрос только как отсюда выйти. В смысле, как выйти? И сон лежит. Слышь, короче, сейчас смешной момент был. Я так на зомби бегу. Точнее, она на меня бежит, я так, ну, отхожу, потом раз чуть вперед и с ноги. И она такая: help, no, kill me, no. Знаешь, какого вообще хрена происходит, да? Почему зомби говорят человеческим голосом? Да, это странно. Что, сначала она попросила помощи, потом такая: no, kill me, no. Я по трубам, короче, бегу. Так, Дэс, ты туда побежал? Да, я бегу не на миссию, я бегу на сдачу. Ну, как тебе объяснить, я не знаю. А, я думал, ты вторую антенну побежал. Не-не-не, я именно на сдачу бегу. Все, окей, понял. Ну хрен с ними, если что, просто перепройдем миссию еще до этого момента. Воу-воу-воу. Че? Это там такой большой такой и желтый с баллоном. И дядька, да? Угу. Прям мимо меня прошел. Тут такие кульбиты выписываю. Навыки. Меня показывает значок то, что ты в паузе. Что ты там делаешь? Смотрю на то, как меня кусают зомби. Спасибо. Не, знаешь, просто в момент, я, короче, сначала был в навыках, потом попытался оттуда выйти, но ни хрена не получилось. Так. Эй, кто? Короче, я буду... Я буду танковать, чувак. У меня теперь повышенная выживаемость. Ну, круто. Так, мне тоже дали только что. У меня 9 уровень по бегу и 7 уровень по оружию. У меня, не знаю, что-то вроде как 8 только дали. Ну, я сколько бегал тут уже. Угу. Я все время бегаю, прыгаю, бегаю куда-нибудь туда-сюда. Ты че, на меня, да? На меня, да? На! Умерла? Умерла. Все потому, что нефиг меня трогать. Я этого не люблю. Ну-ка, Дэс, подожди, давай какое что заценим. Че ты хочешь заценить? Вот так вот. А, вот так. Опа. Это что было? Это что было-то? Это захват. А, на альт который? Да. Прикольно. Только я не сразу понял, что нужно делать. Ну, там да. Надо альт и в сторону направления нажимать. Ну, как говорится. Прикольно, кстати, штуки. Разбираешься по ходу действия. О, еще один забег. Ну что, попробуем? Попутно. Ты думаешь, нам в ту сторону? А ты сдал? В смысле? Квест.
А, вот он. Да уже побил как бы. О, слушай, доска с гвоздями. Фигня. О, испытание здесь. Let's go, asshole. Двигай, придурок. Ну что, опять то же самое, как бы, да? Или... Готов за 8. Слышь, мне написали, готов за 8. Паркушки такие вообще. Отстаешь, дружбан? Не намного. А теперь опережаю, слушай. Ах ты ж мать. Я упал. Знаешь, каждый по-своему, короче, добирается. Я первый. Чуть-чуть. Ну, мы почти одновременно прибежали. Не, ну ты потом видишь, как я там выпендривался. Я тоже там нормально пробежал. Ну да-да-да. Не, ну я в том смысле, что ты увидишь, как я потом на тебя посмотрю, как на тебя. А, нет. Конечно. Не, ну я вообще очень много стараюсь, как бы, ну, то есть я просчитывать путь на бегу все-таки относительно сложно, по идее. Игра, знаешь, учит именно, ну, быстрой реакции, кстати. Вот говорят, ну, все игры бесполезны. Да, развивается внимательность, логическое мышление, моторика. Да. Ну и страсть к насилию. А что? Не, ты что? Это детский канал. Детско развивающий канал про зомби. Ой. Я в телефоне нашел 5 баксов. Сколько нашел? 5. А я 53. Ах ты ж засранец. И кого ты искал? Качаемся. Так, давай, ты качаешься, я приседаю. Я приседаю, давай. Гимнастика. Ладно. Я думаю, это конец. Да. 2500 я получил за это дело. Все, в общем, ладно, на я думаю, заканчиваю.